Добрый день. Меня зовут Сергей Казаченко. Я учился в бизнес-школе Уме. Она является очень хорошим примером качественного образования в Швеции. Помимо хорошего образования, учиться в Швеции очень безопасно, что немаловажно. Пойдемте посмотрим поближе. Одним из самых больших плюсов шведского образования является возможность работать самому, развивать свои собственные идеи. Учителя часто помогают в этом. Вот эта комната, в которой мы находимся, часто используется студентами для работы в группах, для того, чтобы развивать свои идеи. Преподаватели часто в этом помогают. Как видите, много студентов занимаются как раз этим сейчас, развивая свои собственные проекты. Но, естественно, когда надо учиться более жестко, готовиться к экзаменам, например, то есть специальные комнаты, где совершенно нельзя разговаривать и можно сидеть совершенно спокойно. В библиотеке можно найти большое количество мест для этого. В библиотеке также доступны компьютеры. В компьютерных комнатах современное оборудование, которым можно пользоваться совершенно бесплатно. Это один из преимуществ образования в Швеции. Доска объявлений по карьерам. Здесь очень часто вывешивают свои объявления очень крупные компании. Вот, например, Ernst & Young. Всегда у них есть возможность найти различные работы благодаря вот таким объявлениям. И многие мои одногруппники в свое время нашли очень хорошую работу благодаря вот именно вот этому. А это уже коридоры, где сидят преподаватели. Здесь сидит факультет экономики, а на других этажах уже сидят другие факультеты. Вот эта комната непосредственно уже директора университета. Давайте мы к нему зайдем. Hi. Hello, Sergey. Do you have a moment? Yes, of course. So what are you doing now? I work at Swedbank as equity researcher. Really good. How did you get that job? I've actually been headhunted, so I got really lucky. They needed somebody with a Russian background, so and they found me, so I've been approached, and that's really nice. После университета я очень быстро получил работу, и сейчас мы направляемся ко мне в офис в Стокгольме, в Swedbank. Благодаря обучению в Уме я получил престижную работу в инвестиционном банке. Сейчас я работаю акционалитиком, где разбираю компании, которые торгуются на бирже. Это во многом благодаря тому обучению, которое я получил в университете в Уме. Здесь сидят наши брокеры и трейдеры. Они торгуют теми акциями, которые мы анализируем. Хорошее и качественное сотрудничество с ними – это один из основных залогов успеха в нашем бизнесе. We recruited Sergey a couple of years ago because he had this Russian experience that is very helpful for us, especially when we look at companies with exposure to Russia. Yeah, obviously it's much more easy for me to look in the Russian newspapers and to work with the Russian companies directly and get the information needed for the clients that might be of interest. We think it's very value-added for our organization to have international students with different backgrounds, inside or outside Europe. It doesn't matter as long as they contribute with something special to our organization and our products. Вы увидели историю моей карьеры. Сейчас я очень доволен своей жизнью. Если бы мне пришлось выбирать, я выбрал бы тот же самый путь.